Еще 5 человек скончались в больницах Дагестана с подтвержденным коронавирусом. Так общее число погибших достигло 557, сообщает оперативный штаб республики. За последние сутки выявлено 83 новых случая заболевания коронавирусом. Более 3000 человек сейчас находятся на самоизоляции. Тем временем Минздрав сообщает, что за минувшие сутки в больнице госпитализировано 213 человек с вирусной пневмонией и подозрением на коронавирус. Так, в стационарах сейчас более 3000 человек, еще 1000 проходит лечение дома.